В эфире информационная программа «Итоги года» в студии Алена Куколева. Здравствуйте! Каким был этот год в жизни рязанцев? О событиях, ставшими важными для региона. И итоги уходящего года глазами корреспондентов телекомпании «Город». Смотрите в этом выпуске. Завершился год экологии. Итог. Рязань под угрозой экологической катастрофы. Новый губернатор и новые приоритеты развития региона. Сосновый бор и обманутые дольщики. Какие проблемы удалось решить в этом году? Новый бренд Рязани. День ВДВ и небо России. Рязань как территория культуры. О самых ярких праздниках и событиях. В 2017 году в историю Рязанской области было вписано имя нового губернатора. Николай Любимов стал 8-м главой региона. Экс-губернатор Олег Ковалев написал заявление об отставке 14 февраля. Исполняющим обязанности губернатора президент назначил бывшего градоначальника Калуги Николая Любимова. В течение почти 7 месяцев он руководил Рязанской областью в этом статусе. Выборы приурочили к единому дню голосования. Они прошли 10 сентября. Николай Любимов одержал уверенность победу. За него проголосовало более 80% рязанцев и вступил в должности главы региона уже без приставки ИО. Торжественная церемония инаугурации прошла 16 сентября в Театре драмы. Я сделаю все, чтобы оправдать оказанное мне доверие. Впереди большая серьезная работа. Дни работы Любимова в качестве главы региона стало понятно. Молодой и амбициозный политик ставку делает на рост экономики как основной приоритет развития региона. Утверждена стратегия социально-экономического развития области до 2030 года. Это не документ как бы советского планирования. Да, сюда мы посадим такой-то завод, сюда мы поставим такое-то производство. Это совершенно не так. Здесь нам надо понимать, вот, для того, чтобы развиваться, какие условия создавать, для кого, какие условия. И что мы можем. Привлечение в регион инвестиций. С этой темы Любимов начинал свою работу еще в статусе исполняющего обязанности губернатора. И уже сегодня даже самые суровые скептики признают, к концу года инвестиционная привлекательность Рязанской области значительно повысилась. Задача в течение 3 лет увеличить объем инвестиций в 3 раза. Мы все-таки стали более привлекательными в этом году для инвесторов. И с нами стали, во-первых, подписывать соглашения, вести переговоры. И перестали инвесторы считать Рязань какой-то не очень привлекательной площадкой для инвестиций. Здесь же нельзя не отметить работу над федеральной программой по созданию цифровой экономики. Уже в новом году начнется строительство рязанского аналога инновационного центра «Сколково». Научно-технологический центр расположится в здании бывшего училища связи. Это комплекс зданий, в том числе и со спортивной инфраструктурой, и с инфраструктурой определенного отдыха дня, с инфраструктурой питания и так далее и тому подобное. То есть, чтобы это был реально действующий, хороший, привлекательный такой комплекс для работы. Бюджет области на следующий год сохранит свою социальную направленность. Проектом предусмотрено значительное увеличение средств на выплату заработной платы, как часть майских указов президента, а также индексация мер соцподдержки наименее защищенных слоев населения. Основное внимание сосредоточили на дорогах. Объем дорожного фонда составит в 2018 году 3,7 миллиардов рублей. Не обошли стороной и социально значимые объекты. За следующие 2 года в Рязани должны достроить больницу скорой медицинской помощи. На эти цели из федерального бюджета выделено более 3 миллиардов рублей, из областного – более 765 миллионов. Завершить строительство планируют в 2019-м. Важный момент для областного бюджета – реструктуризация госдолга регионов и бюджетных кредитов, как способ избавить закредитованные регионы от долговой нагрузки. На сегодняшний день госдолг Рязанской области составляет 26 миллиардов рублей, а объем бюджетных кредитов – 18 миллиардов. По новому правилу, в течение 7 лет все будут платить 5% от того, что должны в федеральный бюджет. Рязанская область конкретно получает от этого дополнительные средства. За 2 года – 7,5 миллиардов. Такой поддержки никогда не было. Эти деньги будут направлены на финансовое оздоровление областного бюджета, решение социальных задач, реализацию майских указов и развитие региона.
В числе основных итогов 2017 года – начало решения проблемы обманутых дольщиков. К настоящему времени введено 6 домов. В следующем году планируется достроить еще 12. В 2019 году работы должны быть завершены во всех 28 домах. Это действительно проблема, которая... очень нелегко решается. В этом году удалось решить проблему и с санаторием «Сосновый Бор». Здравница всесоюзного масштаба еще немного и превратилась бы в разграбленные развалины. «Сосновый Бор» построили в Солоче в 1984 году, что для санатория такого масштаба не возраст. В этом году санаторий «Сосновый Бор» признали одним из крупнейших неплательщиков заработной платы в области. Весной за долги в санатории отключили газ, а затем его закрыли на неопределенный срок. Руководителя осудили за невыплату зарплаты. А в ходе расследования дела следователи арестовали имущество санатория, 10 транспортных средств и земельный участок на общую сумму более 16 миллионов рублей. Но, похоже, мрачная часть этой истории закончилась. В декабре Любимов заявил, что собственники безвозмездно передали здравницу в собственность региона. Поскольку он теперь будет находиться в областной собственности, у нас развязаны, во-первых, руки в отношении дальнейших шагов по развитию санатория. Во-вторых, мы прекратили, естественно, процесс раздербанивания, извините за выражение, земли и имущества. Мы его остановили и будем сейчас, соответственно, то, что можно еще возвращать в плане движимого имущества. Да, там земля, понятно, тут она областная, никто ее теперь никому раздавать не будет. От себя могу сказать точно, что мы должны сохранить профиль Соснового Бора как санаторий. Не удалось власти решить проблему с Рязанским конезаводом. В ноябре стало известно, что лошади уникальной породы тракен гибнут от истощения. Скандал вызвал большой резонанс в обществе. Корреспондент телекомпании «Город» лично убедилась в плачевном состоянии лошадей. Но должной реакции власти и правоохранительных органов не последовало. Активистам, зоозащитникам и бывшим работникам конезавода переломить ситуацию не удалось. Рязанская область потеряла один из своих брендов. При этом на конюшне стоят лошади частных владельцев, арендаторов. И эти лошади кормились постоянно. То есть они не худые. Их выпустили, судя по последнему репортажу с участием министра сельского хозяйства, их выпустили в общий табун для того, чтобы разбавить вот эти вот кости. Не показали в репортаже самых худых лошадей. Это подсосные кобылы с жеребятами. Причем жеребятам уже по 6-8 месяцев. Они выглядят как двухмесячные маленькие сосунки, то есть это они недорощенные, они недокормленные, у них наверняка там рахит, глисты и всякие прочие прелести. И все это было признано вот соответствующими органами, в порядке вещей, видимо, так и надо. 2017 стал годом экологии. Особое внимание приковало к себе, чем мы дышим, что пьем и что нас окружает. В области убирали свалки. Рязанцы узнали о важности раздельного сбора мусора. Выявляли нарушения в сфере захоронения отходов. Положительных сторон немало, но итог года экологии назвать позитивным нельзя. Почему, расскажем в следующем материале. 2017 в России официально был объявлен годом экологии. Для рязанцев год оказался неоднозначным. Качество атмосферного воздуха, и в этом уверены большинство горожан, стало заметно хуже. Количество обращений в надзорные органы от жителей, обеспокоенных состоянием окружающей среды, выросло в разы. У нас, к сожалению, рост по формальдегиду, рост по сероуглероду. Прям вот так вот растет. Также и растет заболеваемость там онкологическая. Промпредприятия начали получать штрафы за несоблюдение экологических требований, но при этом дышать легче не стало. Годовой объем вредных выбросов в атмосферу составляет почти 100 тысяч тонн. Ситуация далека от благополучия. Я считаю, что нам незамедлительно стоит принимать дополнительные меры и усиливать межведомственное взаимодействие по выявлению, расследованию и профилактике таких правонарушений. Почему-то именно в этом году значительно пострадали зеленые насаждения. Деревья в области вырубались в угоду коммерческим интересам. На территории субъекта лидирующее место среди экологических преступлений занимает незаконная рубка лесных насаждений. В меньшей степени незаконная охота и добыча водных биологических ресурсов. Между тем, в Рязани утвердили создание зеленого щита. В его состав включили городские леса, зеленые зоны, природные парки и многочисленные водные объекты. В итоге получилось более 1300 земельных участков на общей площади 68 тысяч гектаров.
метров. Обозначенным в проекте зеленым зонам придадут официальный статус, чтобы ограничить направление использования земель. В частности, на территории щита нельзя будет размещать капитальные строения, проводить вырубки, а также размещать опасные отходы. Словом, делать все, что вредит экологии. Решение достаточно серьезное, трудное, поскольку было организовано серьезное, опять же, сопротивление со стороны владельцев земельных участков, по которым пройдет зеленый пояс. Но, тем не менее, Дума на себя смелость такую взяла. Проблема мусора в регионе по-прежнему стоит остро. Ежегодно образуется 1 700 000 тонн мусора. Цифра колоссальная. Несанкционированным свалкам в год экологии было особое внимание. Убрали 155 точек из 270 известных. Вот уже сейчас Государственной Думы принимается соответствующий законопроект, согласно которому граждане будут обязаны заключать договора на вывоз мусора. И вот это системное решение, оно как раз поможет избежать появления несанкционированных свалок. Одним из самых больших достижений области в год экологии можно считать утверждение схемы по обращению с твердыми бытовыми отходами. Это значит, что городская свалка должна быть рекультивирована. Закрыть свалку обещали еще в 2015-м. Уже давно ее размеры превышают норму, а сравнить ее можно с многоэтажным домом. Старую свалку должен заменить современный мусороперерабатывающий завод. Смысл схемы в том, что там отмечены точки, где будут мусоросортировочные станции, где будет переработка, какие земли мы под это можем выделить или планируем выделить. Ну, конечно, земли должны быть исследованы, гидрогеология должна быть проведена, другие изыскания для того, чтобы не нанести вред экологии. Схема подразумевает, что будет на конкурсной основе, то есть, понятно, прозрачно абсолютно, выбран региональный оператор, который будет организовывать эту работу по всей области. В этом году появились первые контейнеры для раздельного сбора мусора. Всего 3 для пластиковых бутылок. Эксперимент доказал, что рязанцы готовы менять отношение к мусору. В новом году такие баки обещают поставить уже в сотни городских дворов. Остается нерешенным вопрос с незаконной свалкой в Турлатове. Жители поселка уже несколько лет борются за право дышать чистым воздухом. Отравляют жизнь не только промышленные предприятия, но и полигон захоронения ядохимикатов. В этом году на него обратили внимание сотрудники ФСБ и природоохранной прокуратуры. Вывоз ТБО сюда продолжается до сих пор. Лицо открыло ворота, грузовик заехал. Ворота закрылись. Незаконно размещала отходы и компания по производству мясных продуктов в Рыбновском районе. Известная рязанцам компания «Синергия» свалку биоотходов костей животных организовала прямо во враге. Рога и копыта, а также куча различного мусора. Все это находится на территории, прилегающей к одному из предприятий нашего региона. Много вопросов остается и по качеству питьевой воды, которая поступает в краны рязанцев. В начале декабря телекомпания «Город» показала сюжет, как в песочне незаконно сливают канализационные частоты до нескольких десятков тонн в день. Вот он слился. А за то, чтобы вот в 20-м цеху я узнавал, чтобы ему вот это разгрузить, он должен заплатить 3000. 20-й цех утилизации. А здесь он бесплатно разгрузился, понимаете, чистый доход, деньги чистые. Здрасте, а что здесь сливаете? Воду. Откуда водичка? С канализации. То есть здесь фекалия? Да. Дальнейший путь отходов проследить несложно. Конечная точка – Дядьковский затон. Отсюда же идет водозабор на город. Проверки начала природоохранная прокуратура и отдел контроля за водными ресурсами. Год экологии позволил обратить внимание на проблемы, которые в области тянутся годами. Вывод почти по всем сферам – воде, воздуху и мусору – неутешителен. Если не решать поставленные ребром вопросы сегодня, завтра может быть уже поздно. Над областным центром нависла угроза экологической катастрофы. 24 августа 2017 года Рязань посетил президент России Владимир Путин. Главной целью визита было всероссийское совещание по вопросам развития легкой промышленности. Встреча состоялась на Рязанском кожзаводе. Два момента визита запомнились особенно. Автограф, который президент России оставил на выделанной коже, а также высокая оценка детской обуви на выставке достижений отечественной легкой промышленности. Несмотря на сложные погодные условия этого лета, показал высокие результаты и региональный агропромышленный комплекс. Намолочено свыше 2 миллионов тонн зерна. Это рекорд в новейшей истории региона. Мы рассказывали и об уборке картофеля. На территории области работает современная ферма. Картофель отсюда расходится на прилавки всей страны. Поднимать сельское хозяйство страны намерены и рязанские инженеры. В этом году они запустили испытание беспилотного робота-трактора. Машина способна обрабатывать, сеять и убирать урожай самостоятельно без участия.
участия человека, а тракторист перемещается в диспетчерский центр, откуда может управлять до 10 машинами одновременно. Вместо водителя на привычном месте стоит вот такое мехатронное устройство, которое называется «Аватар». Это устройство закреплено на сидении, подключено к рулю, ко всем педалям и выполняет весь функционал, который должен выполнять водитель. 1 декабря в Рязани выросла плата за проезд с 19 сразу до 23 рублей. Повышение стоимости вызвало большой общественный резонанс, а власти объяснили это долгами муниципальных предприятий, которые составляют 500 миллионов рублей. То, что городская дума такое решение приняла, это свидетельствует о том, что наконец-то они стали заниматься транспортом как надо. Я скажу даже больше. Вот сейчас мы с коллегами из города вынуждены просто спасать эти два предприятия. Долги, которые накоплены в настоящее время обоими этими предприятиями, составляют почти 500 миллионов рублей. С пешеходов больше за проезд, автолюбители, в свою очередь, стали платить за парковку. Первые платные парковки появились в этом году в Рязани и сразу же добились своей цели – разгрузили центр города. Водители к этому решению отнеслись неоднозначно. Кто-то выступал резко против. Негативные отзывы вызвал факт только безналичного варианта оплаты. Но мэрия предложила платить за парковку с помощью банкоматов. Некоторые водители остались нововведением довольны. Теперь в городе можно парковаться свободно. В бывшем кинотеатре «Дружба», который верой и правдой служил рязанцам более чем полвека, в сентябре открылся первый в области детский технопарк. Он получил название «Кванториум Дружба». В этом же месяце открылась новая современная школа. О социально значимых объектах для детей, которым дали жизнь в этом году, знает Галина Ершова. 1 сентября в Дашковой песочнице открылась новая школа, которая стала самой большой в городе. Ее построили за рекордные 11 месяцев. Здание обошлось городу почти в 800 миллионов рублей. Оно рассчитано на 1100 учеников. Очень нравится. Очень нравится, да. Красивая школа, новая. Надеемся, будут хорошие учителя. Очень классно. Вообще даже не ожидал, что такую школу построят. Потрясающе. Ничего раньше такого вообще не видел. Вау. Школа номер 75 позволила сократить вторую смену в двух соседних образовательных учреждениях. Однако, чтобы решить проблему во всем городе, необходимо еще как минимум 14 школ. Продолжается решение вопроса дошкольного образования. В поселке Семчино достроили детский сад номер 35. Он рассчитан на 220 мест. Объект прошел проверки и сдан в эксплуатацию. Торжественное открытие запланировано на начало следующего года. Не забыли власти и о детях с ограниченными возможностями здоровья. В этом году нам были выделены средства по программе «Доступная среда» на устройство пандуса и входной группы для инвалидов. Но что самое важное, мы смогли приобрести много современного, нового, сенсорного, развивающего игрового и спортивного оборудования. Финансовую помощь получили 7 школ, 12 детских садов и 2 учреждения дополнительного образования. А в школе номер 60 открылся долгожданный класс коррекции для детей с аутизмом. Он отличается от обычных партами с перегородками, чтобы ребята не отвлекались друг на друга, и игровым уголком, где они могут расслабиться и сменить направление деятельности. Они очень трудно привыкают к другим людям и к сверстникам тоже, в том числе. Им очень тяжело адаптироваться в обществе, и социализировать их тоже достаточно тяжело. Именно поэтому так важно соблюдать принципы инклюзивного образования. Лучше всего их реализовывать в песнях и танцах. Посещать развивающие занятия особенные дети могут в центре «Новые горизонты». И мы ходим сюда с большим удовольствием. Моей дочке очень нравится занятие танцами. И преподаватель как бы согласился с нами в первое время заниматься индивидуально, потому что какие-то первые движения у нее получаются не очень хорошо, и чтобы заниматься в группе, их нужно хорошенечко отработать. Заниматься техническим творчеством дети могут в кванториуме «Дружба». Бывший кинотеатр переоборудовали под технопарк. Он рассчитан на 800 детей, которые программируют, конструируют роботов и осваивают перспективные для региона профессии. Школа мышления, которая заложена в идеологию этой площадки, позволит вам быть успешными в первую очередь в своей жизни. Проектный подход, анализ, синтез, постановка гипотез, достижение результата
приведут к тому, что ваша жизнь вами же будет способна быть рассмотрена как главный проект. Изучать почвы, животных, растения школьники продолжают на базе детского эколого-биологического центра, который по привычке называют «Сад юнатов». Много лет за эту землю шла в прямом смысле прям война, да, вот эколого-биологического центра. Потому что ну, центр города очень такая аппетитная, лакомая земля, которую много лет хотели застроить высотками, продать здесь квартиры и так далее. На публичных слушаниях, которые состоялись 14 декабря, почти 2 гектара земли официально перевели в зону городских парков и скверов. А значит, теперь центр находится в полной безопасности. Удалось сохранить и другой исторический для Рязани объект. Речь идет о кинотеатре «Октябрь». Модернизация здания проходит в несколько этапов. Первый, включающий в себя демонтаж опасных конструкций и сооружение летней веранды, закончился в 2017 году. Мы рады, что в сознании поменялось отношение к «Октябрю», но все-таки это требует значительных финансовых вложений в «Октябрь» для того, чтобы сделать действительно досуговый современный центр. В здании кинотеатра начало работу кинокафе и стартовали музыкальные вечера, а скоро появится и киномастерская, где школьники смогут своими руками создавать большое кино. Галина Ершова, Игорь Глотов, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город». Весь 2017 год наша культурная редакция держала руку на пульсе искусства края. Было все – праздники, фестивали, важные даты, приезды именитых артистов, конечно же, скандалы, юбилеи и прощания. Мы подготовили итоговый материал, чем занимался город все эти 12 месяцев и какими событиями мы запомним 2017-й. Рязань больше, чем кажется. Под таким девизом в июле презентовали новый бренд города. Над разработкой трудились около года. Но после презентации логотипа общество разделилось буквально на два лагеря. Противников логотипа и тех, кто инициативу поддержал. Кому-то не понравилась латинская буква «Р». Кто-то нашел сходство с логотипом норвежского канала и испанской косметики. Многие так и не поняли, что за картинкой лежит еще и целая концепция представления города. Но презентация бренда стала по-настоящему главной интригой этого лета. Подходить к чему-то одному. Он должен быть инструментом города. Парад, песня в солдатском строю, народные гуляния, вальс, концерт группы Любэ и салют. Главный праздник страны – День Победы. Рязань отметила всенародно. После традиционного парада к торжественному маршу присоединились участники бессмертного полка. Тысячи рязанцев в пятый раз прошли по улицам города с портретами героев своей семьи. Мой папа, Сыров Иван Захарович, воевал на Ленинградском фронте. Закончил войну, работал директором школы, но сейчас его, к сожалению, живых нет. А в декабре рязанские волонтеры Победы стали лучшими в стране. Они получили премию «Доброволец России». Миссия волонтеров Победы – это сохранение исторической памяти. И с следующим годом мы будем стараться популяризировать историю именно понятными, доступными для молодежи форматами. Кстати, по задумке этого проекта в центре города летом появилось большое граффити. На рисунке размером в стену пятиэтажного дома изображена девушка, пальмовая ветвь и крылья, как символ мира и дружбы. Стрит-арт-объект был написан в поддержку 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов. В этом году с особым размахом отметили в Рязани День города. Торжества гремели на протяжении 3 дней. Концерты, выставки, ярмарки и спортивные развлечения. На сцене главной площадки выступили хор турецкого, Александр Маршал и группа «Бурита». И, конечно же, фейерверк в завершении праздника. В этом году День ВДВ и День города не совпали. Но, как и всегда, 2 августа торжества элиты армии превратились в праздник всей Рязани. С размахом провели и фестиваль «Малины», который в этом году попал в топ гастрономических фестивалей страны. 15 июля в Новоселке съехалось свыше 6 тысяч человек. Абсолютный рекорд за все время проведения фестиваля. Оценить рязанскую ягоду приехали туристы даже из Севастополя и Владивостока. Для гостей готовили угощения. Главным ингредиентом была малина. Особым гостем фестиваля стал бессменный ведущий «Поле чудес» Леонид Якубович. Я люблю малину, перетертую с сахаром. Я люблю варенье малины. Я люблю блины. И как всегда, одним из самых ярких событий лета стал фестиваль «Небо России». Мероприятие – визитная карточка региона. Открывать его приехал политик и боксер Николай Валуев. В рамках фестиваля в этом году впервые прошел чемпионат России по воздухоплавательному спорту. Соревновались пилоты из 12 регионов. В течение нескольких дней жители областного центра наслаждались видами полетов воздушных шаров. Но в этом году без скандала не обошлось. Заявленный параллельно фестиваль «Прогулка по облакам» на Ореховом озере оказался
оказался обманом как для тех, кто купил билет на анонсированную программу и концерты, так и для бизнесменов, заплативших за аренду точки торговли на месте проведения праздника. Организаторы «Небо России» заявили, что отношения к прогулке по облакам не имеют, а обманутые зрителям написали заявление в прокуратуру. Тем не менее, те, кто посетил ночное освещение шаров, остались довольны. Было очень красиво. Скандальной в этом году стала история и с орденом Ленина Рязанской области. Он был выставлен на продажу на интернет-аукционе, причем из Соединенных Штатов Америки. Объявление разместили из Бостона. Продавец привел фотографию орденской книжки и попросил за орден из чистого золота и платины 22 тысячи долларов. Забили тревогу журналисты. Они попросили сотрудников областного правительства показать орден, но те от комментариев отказались. Оказалось, что чиновники просто не знают, где орден и был ли он вообще. Одновременно объявление о его продаже исчезла, а еще через несколько дней неизвестный вернул орден в правительство области. Орден Ленина вернул в правительство Рязанской области человек, который изъявил желание остаться неизвестным. В 2017 году отмечали 780-летие нашествия татаро-монгольского ига на Рязанскую землю. В кинотеатрах страны показали фильм «Легенда о Коловрате», а в Рязани погасили почтовую марку с изображением известного богатыря. На марке изобразили памятник Евпатию Коловрату перед рязанским почтамтом. Но главной датой года стало столетие Октябрьской революции. В Рязани по этому поводу проходили выставки, лекции и экскурсы в историю. Одна из самых интересных – в музее истории молодежного движения. В его фондах хранятся уникальные дневники Михаила Воронкова, большевика и участника революционных событий в Петрограде. Позже он возглавлял Рязанский горосполком. Дневниковые записи подробно изучил историк Александр Никитин. На исследование он потратил 19 лет. Эти дневники вообще открывают для нас Рязань в периоды революции и гражданской войны так, как их не видел ни один историк. В октябре рязанская делегация посетила Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи. На протяжении недели молодые люди принимали участие в главном молодежном событии года. На выставке был представлен стенд Рязанской области, который отличился нестандартным подходом презентации региона. А теперь я знаю, где Рязань. Я знаю, что Рязань. Теперь я знаю. Я знаю. Где Рязань? Где Рязань? Супер, да, опять? Отлично. Я знаю, где Рязань. Я знаю, где Рязань. Do you like Рязань? Yes, I of course I like. Thank you. Yes, I like Рязань. Новогодним праздником в Рязани в этом году был также дан необычный старт. По центральным улицам прошел парад Дедов Морозов и Снегурочек. У главпочтамта открылась резиденция Деда Мороза, которую могут посетить все юные рязанцы. А на почтовой зажглось звездное небо – главная иллюминация города. Дорогие рязанцы, я поздравляю вас с Новым годом. Пусть в ваших домах будет тепло и уютно, в семьях будет спокойно, чтобы все вы были здоровы. И мой лозунг в этот Новый год: в каждую квартиру по елке, каждому ребенку по мандарину. Таким был 2017-й. Телекомпания «Город» поздравляет телезрителей с новогодними праздниками. Пусть в новом году останется только самое лучшее, а вы оставайтесь с нами. До новых встреч в эфире и с Новым годом!